Франко, привет. Что ты можешь сказать многочисленным поклонникам и болельщикам «Спартака» по поводу возрождения хоккейного клуба «Спартак Москва»? В первую очередь хочу всех поздравить. И, конечно, желаю хоккейному «Спартаку» много успехов. Надеюсь, что они будут радовать всех болельщиков красно-белых. И успею, и, конечно, сделаю хороший результат. А как ты думаешь, ты играл вместе со Славой Козловым, как ты думаешь, получится у него и у Германа Титова получить хороший результат в этом сезоне? Ну, я думаю, они это опытные мужики, да. Все играли там в НХЛ, и я думаю, они это что-то нового принесут из НХЛ, из Америки, да, и команда будет играть хорошо. Ну, продолжение, наверное, я думаю, что от тебя ты пожелаешь одному нашему общему любимому игроку Артему Воронину удачи и наконец-то больших успехов в большом хоккее. Конечно, конечно, безногему Вороне желаю много успехов и надеемся, что он найдет этой своей ноги.